ребят, с вами я, Лео. Сегодня я снимаю новое видео по Чинар. Сегодня у меня набралось 310 монет. Я это хочу уборщить 10 раз. Ну что, погнали. Пу! И сегодня я вам покажу один лайфхак. Просто заходим в вылез, квач, хиро. Заходим на кнопочку. Один человек. Теперь следите за мной. Ладно. Ребята, сваливайте. Короче, монстры, пошли отсюда. Мелкой. Смотрите. Я сказал, свалите. Ребята, сейчас просто идёшь домой. Лео, это сейчас не про... Фина, все знают, такой лайфхак. Хватит придуриваться, ты это украл, не хватит ля-ля-та-та-ля. Нет, вы кредиты так не будете. Кстати, ребята, пожалуйста, поставьте мне лайк. Просто недавно мне было 7 роков. Да, маленький ютубер. Но теперь я не маленький, мне лишь 8. И советую поставить лайк, чтобы мне было не обидно. Угу. Или просто захочете, конечно, не сносить. Ребята, блин, это походу по фейс или аги. Вот он. Берете вот так машину. Сейчас я просто на хату. Туру-туру-туру-туру. Чё там? Спасибо за то, что дали аптечку. Теперь я буду гаджером такие пользоваться. Угу, спасибо. Обожаю вас, разработчик. Это чё? Ребята, мне жутко повезло. У него... Ну, вы сами увидели. И, ребята, вы ничего не замечаете? Вот это вы не заметили? Посмотрите, где чел танцует. И просто, ребята, земля по номинации, земля по номинации. Я так сделал пару раз, ребята. Ну, погнали. Ребята, сейчас я вам покажу, как можно еще пройти эликсклад и взять машину, и так будет быстрее. Мелкий! Кстати, надо всего больше бояться мелких сосранцев. Знаете почему? Потому что они очень быстрые. Да, они. Мне повезло, ребят. Бэтмобиль еще раз забираем. О,
Дайте, ребята, не обращайте внимания. Ну, я продолжаю. Вот, ребят, я уже играю четвертый раз. Кстати, ребята, если вы будете слышать звон, ну, не обращайте внимания. Просто можно считать, у нас дома ремонт. Ну, живу я так нормально. Ребята, я нашел новый бог. Это не я стреляю, а все. Кстати, ребята, советую вам, лучше, если вас позвала мама, дать вот так, чтобы просто мобы могут вас убить за стеною. И вы можете за... Пусть я сниму. А можно... Вот, ребята, я лежу. Ой, таю. Опа. Стой, ребята. Так. Один лайк. Здесь 10 лет. Маме плюс 10 лет, а подписка плюс 50. Да, не жалей подписку до мамы. Ну так, ребята, лежим. Ну, у нас так, нормально. Но сегодня можно считать, моя цель накопить. Не вот это. Ты скажешь, Лео, ты серьезно? Только не это. Поттенхан за нубов. Я это не собираюсь. Ребята, там, короче, ядерка была. Вот. Кто не успел, то проспел. Но сегодня мне, я хочу купить. Вот это не хочу. Сегодня моя цель купить золотые автоматы. Вы скажете сейчас, Лев, ты дебил, это невозможно. Ага. Да, Лев, ничего нереально. После, когда я купил лазерную винтовку за 2 дня. Это было, ну, сложно. Сегодня сейчас пока что день, ребята. Дайте, ребята, сейчас я вам покажу одну пасхалку. Кто не знал, то и беда. Ну, у вас появились сейчас играем лежа гонки. Кстати, гонки такие нормальные. Не. Черный кедр разрухой. Это малая не знает, что сзади будет. Нет. Всем папа полюбила. Книгу намолила. Почет она любила, парней она молила. Всем папа полюбила, парней она молила. Со счет она любила, парней она молила. Yeah.
Так, ребят, я уже проехал пару, что мне осталось. Остановись-то, бэйби. А, ребята, у меня выключен звук. Ну, третье место. No! У него бутылка была. Я не уверен, что с этой игрой все нормально. Ну вот, ребята, у меня, ну, вы сами видите. Результат. Не понял. Ребята, давайте сейчас еще три раза сыграем. Погнали. Ребята, я уже сыграл. У меня 683 монеты. Как будто 60. И сыграл еще в Эликсклад. Но я в Эликсклад не играл. Совпадение, согласитесь. Кстати, ребята, я буду жестко троллить. Ребята, подождите. Так, ребята, сорян, что немного отключился. А вы лис. Саня, опыдись. Короче, ребята, я хочу. Прикольно. Чтобы... Чего? Как это? Он скачал читы. Я уверен. Он скачал читы. Он вот так говорил. Кто тут читер? Это читер. Это по-любому читер. Это читер. Этого не видно. Кстати, чтобы это читал. Что ж ты за приклепить? Так, Боб. Ребят, я гений. Я гений. Ребята, ну, пока что уже будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.